Более 300 участников из Москвы, Пензы, Кирова, Иваново и Нижегородской области собрал рождественский фестиваль самбо. По традиции он проходит в начале года вместе с учебно-тренировочными сборами. На ковре в Кстовской академии спорта в схватках сошлись юноши и девушки 15 и 16 лет. Перворазрядники – кандидаты в мастера. Против Кстова гости столицы боролся отчаянно, но удержание решило исход поединка. Тренер Армана Варданяна Олег Стахеев на сборы в Кстова с учениками приехал впервые. Признается, в стенах легендарной академии даже проигрыш как победа. Не то, что стал сильнее, техничнее, он стал увереннее. Он теперь знает, что он тренировался почти 2 недели с элитой, с самыми сильнейшими ребятами и девчатами. Каждый день по 3 раза. Цель этих сборов – это повышение спортивного мастерства и, конечно же, общение. Потому что сегодня мы спортсмены, а завтра с ковра выходим. Мы друзья. Наверное, так. Для юных самбистов это не просто первый старт в новом году. Здесь проверяют себя на прочность и знакомятся с будущими соперниками. Уже в феврале они сразятся на первенстве области. Артемий Катков. Время новостей при поддержке «Связист ТВ».